Всем привет, с вами дежурный по кухне. Сегодня мы купаемся в бассейне. Немножко прошел дождь, тут в воду попала пыль какая-то, немножко вода такая темноватая, но она как в море, вот. Или даже как на Копчегае, может быть. Но вода теплая, приятная. Сейчас будем купаться. Глубина бассейна у нас немножко разная. Вот. Хотя он стандартный, вот такой. Но в середине немножко глубже. Вот. И ну, в середине клюпаться классно. О, тут вот как. Вода теплая, хорошая. У нас получается бассейн с имитацией волны. В бассейне имитируется волна. О! Имитатор волны здесь у нас стоит. Вот такой имитатор волны.
Штормит не по-детски.